Привет, уважаемые друзья, подписчики, с вами, как всегда, я Леха Смертник, и мы продолжаем проходить проклятый подвал соседа, Neighbor Cursed Basement, по-моему, как-то так он называется, ребят. Давай, что ж, давайте продолжим проходить, мод очень действительно интересный, очень много новых механик задействовано и так далее. Я вообще первый раз вижу, что бегал два соседа, ну, вернее, там бегает Леха. Если вдруг вы не видели, то могу его показать, могу выпустить из заточения. Вот, выбегает Леха и меня ловит. Давайте закроем Леху, чтобы Леха больше не бегал, не мешал нам. А то Лёха теперь бежит за мной. Да, и, кстати, здесь есть стамина. Я, то есть, соответственно, не всегда могу бегать. Оно у меня копится. И Василич меняет постоянно свои одежки. Так, нужно добежать и закрыть дверь. Так, все, там бежит Василич меня ловить. Так, ладно, ребят, давайте начинаем с вами. Как всегда, я Лёха Смертник. Поддерживаем, друзья, лайками, конечно же, комментариями. Буду очень сильно вам признателен. Давайте, ребят, поехали. Так, доброе утречко. А я чё на заборе-то проснулся? Я чё, петух, что ли, или чё? Почему я здесь проснулся? Чё за дела такие? Так, ну ладно. Ладно, мне нужно найти ключ. Либо, я не знаю, двойный молоток. Мне вообще много что нужно найти, но я понятия не имею, где это искать. И Василич опять бежит за мной. Василич, не надо! Василич, родной! Ох, как он мне надоел иногда порой-то, а? Ходит меня ловит, я постоянно не могу бегать, это немножко облам, и здесь помогает тактика отвлечения Василича. Ну, кстати, он ушел, может быть, я что-то здесь смогу найти. Так, все, Василич побежал теперь за мной, я не знаю, что с ним делать теперь. Так, все, Василич. Ну, а ему прям без разницы, он прям через забор прыгает, у него прям лицо, и Леха еще меня поймал. Вот они на пару меня ловят здесь постоянно. Постоянно меня ловят, как они надоели уже с этим делом совсем. Так, подожди, я ведь смогу здесь пробежать, насколько я помню. Так, все, да все, давай, бежим отсюда куда-нибудь. Так, что, они опять у меня это слезли, исчезли? Так, 5, 8, 3. Так, давай-ка сюда пройдем. И что мы здесь и где найдем? Нифига не понимаю. Так, а что мне вообще где искать-то нужно? Не совсем понятно. Нужно найти ключи, нужно найти не ключи, нужно найти много всякой фигни. В смысле, серьезно, здесь просто вот так лежит ключ. Это как-то очень странно. Просто на полу, причем коричневый. Подожди, а куда я коричневый ключ-то дену? Не, ну это хорошо, что он здесь есть вообще. Но мне что-то такое чувство, что он мне пока не нужен. Так, здесь я бы, насколько помню, я все сделал, я все соединил, все, что нужно. Я так и не понял, что нужно сделать с этим баскетбольным мячом. Ну, в принципе, и пофигу, если оно наверх забрался, там все, что нужно, по-моему, я забрал. Очень странно здесь какие-то лавочки. Вот эта вот жидкость непонятная, которая просто берет меня к себе, присасывает, я ничего не могу делать. Так, ладно, допустим, ключ у меня есть. Так, с этой фигней я разобрался. Там я все и сделал. Что? Так уж. Блин, мне показалось, что я еще ключ нашел. Думал, нифига себе, везуха. Везуха началась. Нифига она не началась. Так. Снизу что у нас здесь есть? А, у нас здесь есть... Вот эта штука, но у нас нет кода. Нужно найти где-то код. И камеру надо бы убрать, конечно же. Так, что за звуки-то? Не кажется ли мне камера опять где-то здесь видела? Так, а куда мне этот ключ надеть? А, ну вообще замечательно. То есть красный этот и этот. Так, мне нужен желтый. А я вообще фиг знает, куда я желтый-то выкинул. Ну там Василий сейчас забежит. Подожди, а куда я желтый вообще дел? Я его, по-моему, просто взял, куда-то выкинул и все. И на этом финита ля комедия. Василий, тихо. Так, я, по-моему, желтый брал у него в гараже. Но куда я его подевал потом... Это прям вопрос. Может быть, я его здесь где-то скинул? Так, нет, а здесь у меня еще же все разлетелось. Так, нужно его где-то искать.
По крайней мере, я дверь почти открыл. Это офигенное достижение, здесь же, по-моему, желтый был. А может быть, он там, возле вот этого входа? Ну, ё-моё, а! Куда я застрял-то? Что за дела? Василич! Василич! Василич, я в бане моюсь! Взял меня просто с ванны, выгнал. Вот такой вот Василич, вот такой вот хулиган. Так, он там пытается зайти, но не может. Так, давай-ка я вот тут так пробегу. Надеюсь, еще раз не... Так, здесь красный. Красный, прекрасный. Вот, желтый. Желтый, ништяк. Отлично. Так, давай. Идем. Это что? Это не тот. Обидно. Надо где-то желтый найти. Где его найти? Я без понятия вообще. Так, ну давай искать дальше. Здесь что делать-то? Картину можешь пошибать, а делать нечего. Где-то, может быть, я еще что-то пропускаю. Может быть, где-то какой-то код записан. Может быть, еще что-нибудь. Вниз на лифту я не могу проехать. На втором этаже я забрал при помощи магнита все. Так, я там, по-моему, на машину все положил. Так, надо желтый ключ где-то взять. А где его можно взять? Где можно взять и найти желтый ключ? Туч. Нужен желтый нам ключ. Где его найти? Я не понимаю. По подвалам я здесь от Василича убегаю. Так, вот эта фигня, она здесь везде есть. Так, там я был. Наверху я был. Там тоже ничего интересного нету. Так, здесь вот Василич меня опять нашел, походу. Нифига себе, Василич в шляпе. Вот такой вот Василич, вот такой вот молодец. Подожди, а я не на машину ложу. У меня ведь лом был, еще что-то было. А куда это все подевалось? А, вот куда я это все уложил. Да ты же испугался. Так, лом есть, карточка есть. Это фигня и ключ. Ну ладно, давай попытаемся что-то дальше еще найти. Так, опять он меня спалил. Может быть, у него в доме все-таки что-то где-то есть. Ну, если он просто вниз ходит, почему бы мне дом тогда уж не осмотреть нормально? Может быть, что-нибудь где-нибудь найду. Только что и где, мне немножко непонятно. Так, Василич. Здорово, Василич. Здорово, братан. Как твои дела? Не стой, как истукан. Иди себе во двор. Скорее ты зайди. Подожди, а где-то же еще желтый ключ есть. А там лопата. И красный граммофон. Что-то тут вообще, тут слишком все сложно. Слишком все сложно и непонятно. Я реально, я не понимаю. Блин, я уж обрадовался, думал, вдруг там реально тот ключ, который мне нужен. Так, там нет ничего, да? Я, по-моему, все камеры никогда не заберу, мне кажется. Так, Василич, книга идет. Василич умный. Василич читает. И никогда он не причитает. Домой он заходит, дверь закрывает. И все. Дальше Леха Смертник рифму не знает. Камеру кидает. Бегает опять. Да ну как ты меня здесь находишь-то? Опа, полетел от Василия. Так, он сейчас там, наверное, очень долго будет все это дело разбивать. Он там разбивает, стоит до сих пор или он ушел? Мне кажется, он ушел просто. Он ушел меня с другой стороны, наверное, искать. Это мой шанс попасть в подвал. Так. Давай, ищем. Чтобы знать, где что искать. Так, надо бренч найти желтенький. Желтенький ключ надо найти. Либо, а, кстати, нам можно этот где-то найти, джекхаммер. Он мне тоже бы пригодился, я бы тогда бы разбил отбойный молоток-то этот. Вот это что за фигня? Что она значит? Ну ладно, лифт у меня все равно работает. Поэтому, мне кажется, эта подсказка мне не нужна. Так,
Наверх я выставил эту фигню, и там, по-моему, я все забрал. Ну, скорее всего, мне кажется. Больше там я ничего особенного и не видел. Вот здесь меня смущает прям. Так, ну это не разбивается. Может быть, туда нельзя пройти? Может быть, другое окно, например, разобьется? Окно-то разбилось! Василич пришел! И, как всегда, меня здесь нашел! Василич, не надо! Я ухожу! Василич! Поймал меня здесь внизу. Так, ну ладно. Давай, пошли, пошли, пошли. Нет. Где? Где его найти? Ну здесь я ключ забрал-то, красный тот. А подожди, а тот ключ я вообще использовал где-нибудь? А, да, я на второй этаж открыл. Да, вот-вот зачем я его использовал. Если бы был в ренче, я бы заметил. Ну сюда вообще граммофон нужен был, который я еще не нашел. Либо лопата с желтым ключом. Вообще непонятно. Вообще не понимаю, что где искать. Вообще не знаю, что где теряю. В дом захожу, ничего не замечаю. Здесь прогуляюсь, ключ поищу. Может, потом пойду я к врачу. К врачу мне не надо, я не болею. Захожу на кухню, вижу все и сидею. Блин, я подумал, здесь записка какая-то, и там это, может быть, код от той двери. Или комбинации. Бананы, бананы. Бананы, привет. Чё-то ничего, вот ничего вообще здесь не вижу. Ничего не вижу. Ничего я не найду. Что же я ищу? Ай-яй-яй. Камера нашла меня опять. А Василич, ты как 25. Продолжаю я ходить искать. Да. Мдашеньки. По-моему, Василич меня там ходит, ищет. Оп, нифига себе, как я умею. Вот это, да, вот это номер. Как я это сделал. Вот здесь за ртом тоже. Наверх типа поднялся, но и что залетел через окно. Мне это, по сути, ничего и не дало. Там нелинейность, так сказать. Так, а Василич, ты сейчас где, интересно? Как ты мне надоел, а? Так, он в доме, по-моему. Так, давай, побежали. Побежали, побежали, побежали. Мы искали, мы искали, мы искали. Чё-то туда-сюда вообще слоняюсь, как этот, блин. Не могу определиться. Так, а чтобы определиться, мне надо хотя бы знать, что и где искать. Что, может, здесь убирается все-таки? Да нифига оно нигде не убирается. Что это вообще за шар такой светящийся? Здесь я все обыскивал. Дверь не открывается. Здесь Василич у нас где-нибудь зазнается. Василич, не надо! Не лезь ко мне! Ловит Василич, ловит меня. Ох, надоел ты. Такие вот дела. Че, в дом пойдет или вниз, интересно? Вренч, вренч, вренч. А может, он вообще закопанный, туда, может, желтый ключ надо. А че мне еще надо какой-нибудь? Так, а мне этот надо, джекхаммер еще. Картины пошибать, может, еще что-нибудь где-нибудь откроется. Вниз на лифту, внизу там тоже ничего нету вроде бы. Где? О! Нет, ничего нету, я уже с надеждой такой думаю, сейчас все найду. В какой-то же комнате все равно что-то где-то есть. Картинка есть, ой, пластинка есть, картинка.
зубная щетка. Здесь нет френча. Нет, френча нет. И там вот это вот, там яблоки, это ключ. Тоже вот эта фигня мне не совсем понятная. Василич ходит. Василичу плохо. Подожди. Это просто отмычка на полу лежит. Ну спасибо. Спасибо, удружили. Так, а что я открою? Я ничего. Она какая-то маленькая такая, прям. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так, дай выйду. Бежать! Бежать! Только мне вот что-то не тепло, не холодно, что у меня есть эта отмычка, конечно же. И что, и куда я ее дену-то? Ничего с ней делать. Солить, что ли? Надо френч искать. Отмычка. Отмычка такая, отмычка сякая. Просто все на полу что-то где-то лежит, какие-то вообще странные дела. О! Ну есть у меня лопаты теперь. И чё? На улице-то мне надо, все равно красный граммофон. Лопата. Всякой фигни вообще. Вагон, главное, у меня. Но я не понимаю, куда ее мне применять. Так, может, здесь еще что-то где-то пропустил. Бегаешь, ищешь, ничего не находишь. Ходишь грустный, по дну бассейна ходишь. Ходишь, гуляешь. Ничего не замечаешь. С лопатой скучаешь. Где его искать? Там не может же другой, например, взять, подойти. Подожди, я сюда и каким открывал. А чё он не подходит тогда? Чё мне не нравится? Желтый, желтый, чё? Давай откручивайся. Интересно, интересно, я скажу. И потом куда-нибудь пойду. Код какой-то надо, чтобы сюда зайти. Ой, здесь замков, здесь два замка, да? Допустим, здесь два у нас замка. Френч. Либо Джек Хаммер. Вообще непонятно. Ну, может, либо граммофон хотя бы где-нибудь. Да, блин, Василич пришел. Я в домике. Василич здесь какой-то разнос устраивает такой. Да надоело мне, говорит, все. Надоело. О, застрял я. Здрасте. Здравствуйте, Василий Васильевич. Так. Лопата. Магнит. Лом. Вообще весь набор здесь есть, главное. Лопату вот сюда надо. Ну, я эти штуки не могу... Граммофон найти. Я там систему сломал, здесь-то я ее вряд ли сломаю. А он даже не копает. Он даже не хочет копать, пока здесь есть, наверное, растения. Корни мешают по-любому. Вот и не копает. Так. Я не понимаю реально, где искать. Я, по-моему, все уже здесь обошел. Каждый закуточек, каждый уголочек. Все я здесь прошел. Джек Хаммер не нашел. Ну, по идее, ключ должен быть, ну, либо в каком-то гараже, вот такой какой-нибудь фигне. А подожди, вот здесь снизу не может он быть?
Да вы надоели, я проползу туда, нет. 10 000 и одна коробка. Подожди, здесь есть белый. А может белый подойдет? Давай-ка, давай-ка, будем посмотреть, как говорится. Василич, ты что, полы пошел мыть? Так, может быть, реально вот этот белый ключ подойдет? Если не подойдет, то я не знаю опять. То я вообще ничего не знаю. Может быть, он там навсегда застрял? Я смогу тогда здесь пробежать? Нет, не смогу. Я уже такой, думаю, может, застрял все-таки. Василич, 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 братан. Ты взял там зачем-то застрял. Давай, по старой тактике, окно ему сейчас разобьем. Он пойдет сейчас проверять. Да блин, ты надоел мне. Бегай. Ну кого ты? О, правильно. Да я вылезу отсюда. Да ну сколько можно-то, а? Накидал он тут здесь своих. Ну что, нассал туда что ли, или еще желтая фигня какая-то. Здесь уже камера лежит, что орешь? Ну и куда я полетел? Зачем я сюда полетел? Мне не надо сюда лететь. Я не хочу сюда. Давай, давай, ищем, 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 ищем мы. Да тихо, 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 дай, 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 да бегу хотя бы. Узнаю, узнаю правду всю. Давай, открой, пожалуйста, пожалуйста. Да, хотя он не желтый, на цвет белый, я уж думал, что он не откроет. Свет еще так падал. Ништяк, вообще ништяк. Я тут так радуюсь, как открытию каждой новой комнаты. Ну, конечно, давай кидай меня всякими бананами, всякой фигней. Сказать, что я сейчас офигел, это вообще ничего не сказать. Нифига себе, открыл шкатулочку. Так, зато зашел куда-то. О, карточка, у меня же как раз карточка есть, 127-383, надо глянуть, она не она. Так, сюда, видимо, нужно кучу ключей. Там кто долбится, что ли? Василич, ты... О-о-о-о! Василич, туда дверь не открывай, туда не надо. Офигеть, тут еще комнатуха. Так, и акула меня здесь поймала. Так, 127-383. Да, это оно, действительно, это оно, это замечательно. Это все прекрасно. Так что можем смело мы бежать и кого-то замечать. Да ё-моё, а чё ж творится-то, а? Так, ладно. Главное, главное, так сказать, прогресс пошел. Василич, иди на улицу проверь. Надо вот эту камеру убрать. Там еще, правда, одна есть. Так, давай вот эту фигню здесь открою, чтобы он тут задержался немножечко. А то нафиг он нужен такой успешный и счастливый. Так, ну, но, баранки гну. Так, а, вот сюда, видимо, дверочка откроется, чтобы вернуться сюда же. Я вот, о, а! О, вот что я нашел, джекхаммер. Так, здесь открываем, ничего не теряем. Мы улыбаемся, дальше проходим. Пока мы вместе ничего не находим. Дальше мы идем. Нифига себе. Вот это он стоит, вот это он красавчик, вот это молодец.
Я, видимо, в этой комнате здесь, наверное, никак вообще не пройти. Так, ну давай я тогда всякую фигню возьму с собой. Вот с руль возьму с собой. С ним буду еще бегать. Потому что у меня есть руль. Это как руль, только с руль. Хо-хо-хо, как смешно. Так, ну ладно. Так, бежим. Василич, капкан. А ему вообще всрать на этот капкан он хотел. Неправильно я побежал, надо было другой дорогой. Не сюда. Во. А нафиг я сюда. Подожди, а куда мне надо? А, вот, все верно. Косплей соседа по утрам. Себе Василич меня нагнал-то. Настиг меня, Василич! Настиг меня, родной! Как же бывает, надоедаешь ты мне порой. Ты бы знал, Василич, ты бы знал, друган, как ты мне дорог. За эти года ты стал. Так, давай, давай, идем. Не, ну это вообще четко, что его нашел, причем даже не желтый, а белый. Ну точно, Вань. Сирич, ага. Че, он там зашел, нет? Да, зашел. Василич сидит. Василичу плохо. Так, что у нас здесь есть? Ну, какой-то очень странный коридорчик. Ну, я куда-то прошел. Так, эту штуку надо где-то вырубить. Это что? Я ганста? Гангстер? О, тут, видимо, надо сеть соединить. Подожди, это что такое? А чё я куда это? Оно как-то странно работает. А почему оно светится? Ну вот к этой фигне, типа. Вот к этой фигне. К этой идет. Короче, я что-то где-то открыл. Не знаю что, не знаю где, но я что-то где-то взял, открыл. Камеру вырубить. Во, вот что мне вообще прям жизненно необходимо. Так, я где-то какую-то решетку открыл. А, это вот сюда вход, все, я понял. Подожди. А, ну, в принципе, он мне и нафиг не нужен был. Так, ну там что-то есть. Только вопрос, как туда пройти? Наверное, здесь было как раз решет... Чё? 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 Я это слышу где-то там. А здесь ключей нет никаких, случайно. Вот желтый, желтый. А, подожди, а желтый я открыл. Значит, мне эта фигня нафиг не нужна, в принципе. Так, синий я только что открывал. Желтый я открывал уже. Желтый, желтый я брал и открывал. Так, какой-то там вход к какому-то золотому яблоку под лестницей какой-то. Какой лестнице, какое золотое яблоко? Зачем мне вообще это золотое яблоко?
Подожди, что за золотое яблоко под лестницей? Так, короче, надо как-то вот ту комнату. Там, где акула, там, где вниз падаю. Надо что-то вот как-то сделать, как-то ее, наверное, пройти. По крайней мере, есть куча новых локаций, что меня не может не радовать. Так, отсюда... А, отсюда я, кстати, эту тогда притягивал. Так, желтый ключ мне не нужен. А может, граммофон где есть? А может быть, не просто на пол нельзя наступать, надо просто идти, может быть, по этим, типа? Тогда пол не упадет. Может, реально это так работает? Васильич придет мне покажет, что здесь и как работает. Я чую, я офигею. Эта фигня мне прыгать заставляет. По прыгушке. Здорово, Васильич! Здорово, братан! Так, он, по-моему, пошел проверять. Да куда я? Как? Вообще, как я здесь-то оказался? Да-да, я пройду, пожалуйста. Так, давай-ка я попробую все-таки по коробкам как-то пройти или что-то типа того. Вообще без разницы. Здесь хоть что попадает и это. Надо где-то заморозить, наверное. Нифига себе, там ломится прям как. Идите нафиг, я не от занято. Да как? Че с это? Что с этой водой сделать-то? Что с ней сделать? Я не понимаю. Да ты надоел мне! Этот бардак надо убрать отсюда. Все прям слышно, как вот где-то здесь эта фигня работает. Как будто вот здесь, прям за стеной где-то. Я прям слышу ее. Может, здесь где-нибудь есть этот? Как слить все? Да тоже не вижу. Я не понимаю, а что мне сделать-то? Как мне это? Пройти-то надо. Васильич, Васильич. Как меня это бесит, а? Это 1001 камера. Ну за такие задачки можно вообще все простить. Как будто вот здесь, прям за стеной.
Да ловит меня и все тут. И ничего с этим не поделаешь. Зачем я со стулом бегаю? Василий, зачем я бегаю со стулом? Скажи мне, пожалуйста, скажи мне на месте. Фига себе, Василич пришел, поймал меня. Василич, пойдем фоточку на память сделай. Так, ладно, ребят, давайте на этом закончим. Отсняли тут более чем достаточно. Мод реально большой, мод интересный прям. Прям я с него прям балдею, я бы так бы даже сказал. Василич меня тут постоянно бегает, забирает. Ребят, если вам тоже нравится, не забываем поддержку лайками, комментами. Я реально не думал, что мод настолько прям здоровый здесь. А здесь подвал, он прям реально, он прям большой. Как-то так. Он еще и прыгать меня заставил. А че он шляпу не одевает больше свою? Вот, как-то так. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Не забываем подписаться на канал, жать на колокольчик, смотреть ролики по «Привет, сосед 2». Я надеюсь, что они у меня уже вышли на канале там и так далее. Должны были уже давно выйти. Уже как неделю. Вот, как-то так. Подписываемся, ребят, ставим свои лайки. Ладно, всем удачи, всем пока. Увидимся, спасибо, что со мной. Всегда ваш Леха Смертник. Пока.